поскольку при шоу-ном магазине работает школа для молодых журналистов, для молодых журналистов, прошу прощения, интересует очень такой вопрос. Что вы сейчас назвали эти факторы, которые необходимы для юных шахматистов, чтобы как-то развиваться и стать сильными? И сегодня также прозвучало мнение, что необходим какой-то наставник, вот как был Михаил Ботвинник для многих, может быть, для кого-то не лично, для кого-то лично. И вот хотелось бы, чтобы немножко, поскольку вы в этом очень хорошо разбираетесь, дополнили эту тему, поскольку у нас очень много, насколько я знаю, сейчас, ну, относительно много талантливых молодых людей на разном уровне. Вот помимо этих факторов, действительно, наверное, необходимо какой-то вот, чтобы человека как-то немножко вот помогали, были в чем-то. Так, мы видите, для этого существуют те шахматные клубы, которые находятся в самых разных городах. Есть более сильные школы, традиционные, есть просто обычные шахматные секции, клубы во всех регионах страны. Но в этом году мы начали новый проект, который уже идет постепенно по всей стране. Это гроссмейстерские школы. Гроссмейстеры приезжают на несколько дней в любой рядный город. Там собираются молодые талантливые шахматисты. И гроссмейстеры для них проводят такие школы. Фактически это продолжение того, о чем сегодня говорил Владимир Кравник. Конечно, пока чемпионы мира не ведут эти школы, но я думаю, что это тоже произойдет в какой-то момент. И мы будем обязательно привлекать всех наших будущих гроссмейстеров, привлечь к проведению этих гроссмейстерских школ, чтобы, как сегодня показал Владимир, у молодых ребят, у юных ребят появилась мотивация играть в шахматы, мотивация работать, и возможность услышать советы самых лучших шахматистов. Я думаю, что все-таки одним из таких моментов мотивации является шахматная гостиная в какой-то мере. Шахматная гостиная – это тоже просто один из шахматных клубов. Мы смогли сделать так, чтобы гостиная занималась большой числом детей, работают хорошие тренеры. И чем больше будет появляться таких мест, не только в Москве, а по всей стране, тем больше людей будут заниматься шахматом. Шахматы помогают развивать способности. И также, чем больше, я думаю, в России играть в шахматы, тем больше у нас шансов будет оставаться на верхушке игровых шахмат профессионально. Больше талантов будет рождаться и выходить на профессиональные игры. То есть в целом ситуация на сегодняшний день с шахматами все-таки неплохая достаточно? Мне кажется, она неплохая, но мы пока еще не вышли на такой уровень массовости, который был в Советском Союзе. И мы теперь сталкиваемся с намного больше конкуренцией на мировой арене, чем это было раньше, а значит, нам нужно гораздо серьезнее работать. Спасибо.